Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile, а именно RPG Fighting номер один. Сегодня мы будем играть за алмазного лютого персонажа, которого я продемонстрирую чуточку позднее, а также поговорим о новом обновлении 2.7.1, которое выйдет уже сегодня, 13 августа. Сегодня же 13, да, сегодня 13. И мы поговорим об этом все, но... Перед началом ролика вы должны кое-что увидеть очень и очень интересное. GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Стивен бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Стивен скидка при покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Так, ну для начала, что бы я хотел сказать. Первоначально, конечно, нам выкатили вот такую вот видяшку, которую мы все должны посмотреть и понять, насколько все будет шикарно. Вот такое вот видео было выпущено в Твиттере у Mortal Kombat Mobile. Достаточно забавненько, потому что здесь по факту ничего не показано, кроме как Терминатор едет на мотоцикле и такой бах, новый Терминатор, е-бой. Вот это да, жестко. Прям очень-очень круто. Я не знаю, даже когда увидел вот такую вот заставочку, прям как? Как? Добавляет нового Терминатора, а он сказал, что вернется, и он вернулся. Почему так не говорит какой-нибудь другой персонаж, я не знаю. Почему только Терминатор говорит, что он вернется и эта сволочь возвращается. Нет бы кто-нибудь другой, допустим, я не знаю, кого взять в пример для того персонажа. Например, Нуба Сайбота все ждут. Почему Нуб Сайбот не говорит, что он вернется? Ах, да, его еще в игру не добавляли. Ну ладно, далее нас ждет вот такой вот твиттер. Блюститель Терминатора защищает товарищей. Я не знаю, блюститель, правильный ли перевод. Это Google переводчик конченый, он переводит как попало. Защищает товарищей по команде от разрушительных специальных атак своим усиленным блоком спасения. Короче, спецприем по вашему персонажу наносит, а он его защищает. Неплохо тогда. Отменяет все входящие удары, дробления, рентгеновские атаки и многое другое. Не знаю, короче, лютый перс, походу, будет, и в скором времени его добавят, его нужно еще как-то будет заполучить. А как его заполучить, я без понятия на самом деле, но достаточно забавный персонаж. Тут даже картиночка есть, на которую можно посмотреть и, конечно же, офигеть от всего происходящего. И далее. Mortal Kombat будет закрыт на техническое обслуживание для подготовки к обновлению... Исправление 2.7.1. Короче, обновление, которое исправит какие-то ошибки, какие пока непонятно, но да ладно. И которое начнется примерно в 17.00 по московскому времени. Здесь в 6 утра написано, но, по-моему, в 17.00. И в игру зайти будет нельзя, к сожалению. Люди уже пишут о том, что достаточно интересное обновление будет, видно сразу же по лицу. Кто-то пишет, что добавят nice, классную карту, да-да-да-да. Ну и далее, конечно же, кто-то вспоминает старое доброе обновление с тем самым Джейсоном Вурхизом неудержимым и такой типа «Эх, блин, давным-давно это было, как это было хорошо, а сейчас какое-то говно выпускает». Потом кто-то курицу выпустил, подозрительную курицу, которая такая типа «Так, блядь, что за обновление?» Я ничего не понимать. Ну и так далее. Но другой человек расстроился, видно сразу же по его настроению. Он такой типа, господи, блин, еще одна обнова, в которой исправляет какие-то конченые ошибки. В общем, грубо говоря, никто не доволен данным обновлением, и оно нахер никому не нужно. И поэтому на деле я вам так скажу, что я жду это обновление просто, чтобы подождать данное обновление. Все. Я все сказал. Ну а пока мы ждем данное обновление, я, конечно, хочу зайти в режим заданий. Меня многие спрашивают, как быстро накапливать души и проходить без особых проблем те же самые башни фатальности Райрю. Да, легко, вот просто часовые задания выполняете. Задание 21, например, как я это делаю, потому что, ну, мне, например, удобно и особых проблем
как таковых нету. Выполнил задание, получил 9 душ. Все легко и просто. Далее выполняем такое же приблизительно задание, где выдают 9 душ. И снова же повторяем его. Периодически даже получается выбивать отсюда 13 душ, но это когда очень сильно повезет. Это было 18 задание. И 15 задание нам дарует приблизительно такое же количество душ, только на одну меньше. 8. И тоже, в принципе, легко забираем эти души, и, как вы видите, у меня уже есть 192. И через час я получу еще, получается, плюс 18, 8, 26 душ. 26 душ. Может быть, даже 30, 33, 26, и это каждый час. Мне этого достаточно, и я особо не парюсь. Я подобрал вот такую вот команду. Рептилия классический, рептилия ядовитая и Диора ядовитая. Почему рептилия классику я поставил рептилию ядовитого? Сейчас все объясню. Запускаем для начала вот этот вот шлак, никому не нужный. Плюс 30 к урону от кровотечения и отравления для всего отряда. Как раз таки рептилия классический, он отравляет. И плюс 30 к урону. Процентов, как я понимаю, скорее всего, потому что плюс 30 просто к урону, это было бы очень странно. Хотя может быть просто плюс 30 к урону. Тогда это не очень кульно будет. Далее, вот он, рептайл, который отравляет, который делает даже хил на спецприем 1, спецприем 2 отравление на X-Ray хил. И этого в целом достаточно. Выглядит персонаж кульно, я на него поставил бензопилу кочевника, чтобы посмотреть на скорость, респиратор связанного демона и револьверы для того, чтобы он мог контратаковать и, конечно же, пробивать блок. Дивора. Для чего я ее поставил? Ну, в принципе, это своего рода похожий персонаж, как классический рептилия, только золото. Я бы поставил, конечно, алмазку, но у меня, к сожалению, алмазки нету. Да и алмазка дарует в разы лучшую пассивную способность. Там хотя бы какое-то слияние появляется у пассивки. Здесь, к сожалению, этого ничего нету. И поэтому основные атаки Дивора наносят плюс 100% урона за каждый негативный эффект на сопернике. Отравление Дивора может суммироваться 2 раза. Это все, что написали. Ну, в любом случае, основные атаки Дивора наносят плюс 100% того, кого отравлять будем. А если мы будем отравлять рептилии классически полностью всех, то это будет очень круто. Надеюсь, я объяснил, в принципе, как работает у меня команда. Ну, а сейчас самое главное протестировать эту команду в деле. Потому что пока я не отравлю никого, я не пойму суть данного отряда. И я должен это понять. Выпускаем сразу же вот этого вот убийцу. На, шариком получай, хорош. Так, ну и теперь отравление сразу же. Оба. Исчезаем, набиваем соточку. Хорош, отличненько. А, сопротивление отравлению. Вот козлина-то, он сопротивляется. Вот это да, так, оп, блин, хотел спецприем второй нанести. Не тут-то было. Он истощил меня. От зараза. Ну все, ханате. 88%. Давай, гаси его. На, вот так вот. Отлично. А, блин, Джонни. Джонни, спокойно. О, отлично. Он у себя потерял здоровье. Лох. Нормально, нормально. Отлично, супер. Так, гаси, гаси, гаси его. Далее. Оба. Спецприем первый. Хотя бы одного добьем, я надеюсь. Вот так вот. Отлично. Все, одного ликвидирую. Нет. Не тут-то было. Мне вынесли персонажа. Нечестно. Да пошел вон отсюда. Зачем ты рептилию мне вынес? Да капец просто-напросто. Капец. Ну что тут скажешь. Давай, оба. Даже X-Ray не нанес. Хотя я на него копил. Ладно, окей. Такое иногда происходит. Такое иногда случается. Я не виноват. Сразу же хотел бы сказать. Но во всем виноват рептилия, который слился. Так, вообще я не заценил особо, кстати, его пассивную способность, хотя вроде пишут, что персонаж такой дельный, прям шикарный, но я как-то не ощутил. Надо еще немного поиграть. Так, пузырик разбил только что экипу, ни хрена себе. Так, супер, давай, оба, еще один пускаем. Так, шарик есть, запущен. Отлично, и сейчас мы ее траванем на 75%, что-то я по кружкам не особо попал. На, вот так вот. Ешь землю. Отлично. Увеличение скорости. Так, готово. Оба. О, зайчик сработал. Ну все, сейчас на скорости мы просто ее разносить будем. Давай. Хоп, обнимашечки. Иди сюда. Оп. А, блин, зачем я использовал спецприем 2? Лучше бы я использовал первый. Ну ладно, уже поздно. Хорош.
Прикольно она откинулась, конечно. Такая полежала. Все, я пошла. Так, спецприем первый. О, отравление заработало, супер. Ну, смотрите, этот отряд мы в разы лучше лупим, нежели чем предыдущие. В предыдущем какой-то сильный перс достаточно был. Да и зайчик не особо работал. Оба, иди сюда. Нет, нет, я не успел попасть, блин, по всем этим. По всем кружкам, я хотел сказать. Так, блок. Ебой, защита суперская была. Хорош, получай. Отлично. Вот так вот. И последний добивающий. На, красиво. Красиво добили за счет экипировки черного дракона, скорости и яда. Ну, идеально. Идеально. Хотя экипировка черного дракона это и есть скорость, поэтому в любом случае за счет, конечно же, бензопилы. Не кочевника. А какой бензопилы? Все время забываю. А, нет, все правильно, бензопилы кочевника. Я просто путаю все время одну бензопилу с другой и забываю, какая бензопила та, какая не та. Так, ладно. Бензопила кочевника, все правильно, зайчика она дарует. Хорош. Не, ну смотрите, по Букаджу мы нанесли неплохой урон, а он на нас заюзал морозилку. На, шарик. Отлично. Готов. О, все, скорость. Скорость пошла, так. Погнали. Оба-на, еще раз. И теперь спецприем второй. Так, 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 так. Да не успеваю я попасть по одному. Я на него вроде жму, а оно не нажимается. Такое чувство, как будто специально. Блин, Кенши. Не-не-не, Кенши, дядь. Уйди отсюда, пожалуйста. А, блин, он в блок пошел. Ну ладно, ничего страшного. Главное отравление. Юзаем отравление на нем. Оба. У него костяной сработал. Да ничего он не сделает нам. Хорош. Готово. Так, давай добивание шариком. Опа! Бух, готово. Так, блок. Отлично, он меня даже не заморозил. Лак, хватаем. Да ё-моё, опять по двум шарикам даже не попал. Кружкам. Каким шариком? Ах, блин, у него защитка сработала. Ну ничего страшного. Мы выстоим. Нет, мы выстоим. Все нормально. Все отлично. Рептилия держится. Все хорошо. Все замечательно. Мы держимся. Так, поправь голову. Отлично, молодец. Четвертая битва. Блин, здесь рептилия классик 10-го слияния. Я против своего четвертого 10-го завалить. Да ё-моё, это вообще несправедливо как-то. Ладно, сейчас посмотрим, что будет. У меня иммунитет в любом случае. На, получай. А, так у него тоже, наверное, иммунитет, да? Здесь какая-то ситуация из ряда вон выходящая. Двойной иммунитет. Смотрите, у него же тоже иммунитет будет. Нельзя же отравить того, кто и так отравляет. Хорош, вот так вот. Ешь землю. Вот, другое дело. Отлично, давай, иди сюда, оп. Не-не-не, спецприем первый не буду юзать. Только вторые спецприемы, только хардкор. Так, подходим, хватаем снова. Да нажимайся, блин, да что ж такое эти кружки-то сраные? Кто их придумал вообще? Что делать, если руки кривые у человека? Так, о, другое дело. Хорош. Да, блин, Джоника мы, конечно, сейчас быстро положим. Только нам сейчас рептайла отменят. Надо смену сделать. Ой-ой-ой, оп. Так, Джонни, педал, уйди отсюда. О, все, хорош. Ой-ой-ой. Рано обрадовался, что-то меня избили очень хорошо так-то. Нет. Нет, да ё-моё, но блокируется. Женщина, успокойся. Смотрите, и мне сразу же X-Ray накопился. Вот это я понимаю. Я был первый. Хотя, мне кажется, меня сейчас добьют, но ничего страшного. Так, глазики выкололи, отлично. Оба, так, давай. Так, давай, шарик, бах. Так, отлично. Юзаем. Поднимай свою клячу, ё-моё, да что ж ты стоял, ты ничего не делал. Да ёшкин кот. Ладно, сейчас нас, скорее всего, добьют. О, не-не-не-не, ты жив? Он жив. Блин, так этот же хилится. Вот козлина. Я ж забыл, да, ты ж хилиться будешь. Давай, трави его. Блин, у меня глючит звук, ничего сделать не могу ничего сделать. Хорош, хилимся оба. Да ё-моё, не избивай ты меня, женщина.
А, я не могу с глюченным звуком играть. Я, наверное, я телефон ударил, поэтому звук глючить начал. Типа так, телефон, ты меня подвел. Хватай, хватай, хватай его, хватай. Хватай, о, отлично. Фух. 75%? Да серьезно, что ли? Что с тобой не так? На. Ой, нет, он на мне то же самое использовал. Я отлетел. Какой это, какой стрёмный рептилия на самом деле. Ты чё делаешь? Ты чё творишь? Так, ладно. Хорош, сейчас мы добьем 16-го левела рептилии, которая выпадает за 150 душ. Ого, вот это да, он заюзал, конечно, ударчик. Так, хорош. У него иммунитет. Ничего страшного, все. Гаси. Я надеюсь, это победа будет. Это победа. Да. Ну, это легкий бой на самом деле был. Просто-напросто я возился очень долго из-за того, что я хотел рептилии победить. Но у меня не получилось. У меня, к сожалению, ничего не вышло. Это все из-за того, что мне попался алмазный рептилия. Точно такой же. Он еще и хилиться начал. Скотина, как он посмел это сделать? Так. О, спецприем сразу же в начале. Это за что так? Так, ладно, избиваем пока что. Пока что не задаем лишних вопросов, просто избиваем шарик. Оп, хватаем. Не, ну смотрите, надо сначала по маленьким кружкам жать, а потом по большим. Я наоборот все делаю, как-то нелогично. Ох ты! Удар. Так, давай. Оп, готов. Молодец. Не, ну красиво, красиво, идем хорошо. Нет, оглушение. Да ты что творишь-то? Блин, Джонни! Расслабься, все нормально. Так. Хорош, хватаем. Так. 100! Я набил 100%! Ни хрена себе! Вот это да! Это достижение! Это достижение! Я не знаю, как я это сделал. Это, наверное, как это говорят, адреналин сработал, поэтому и соточку набил. Так, давай, 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 давай. Сейчас мы его лупанем очень-очень быстро. Победа! Это победа просто-напросто. Вот так вот. Проткнули. Добили. Положили. Все. Да, это изи победа была на самом деле. И мы кое-как справились. И это очень хорошо. Поэтому я считаю, что рептилия показал себя классным пацаном. Млекопитающим. Я не знаю, как правильно будет. Неважно. Главное, что он показал себя очень и очень достойно. И это есть хорошо. Вот такой вот, ребят, видос получился. Надеюсь, он вам понравился. А самое главное, это то, что мы обсудили немножечко новое обновление, в котором ничего нового, кроме Терминатора, как я понял, не появится, исправление каких-то непонятных пока что ошибок. Ну и вроде бы как все. На этом, я считаю, ролик завершенным. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!